Это Жужик. У него история не очень приятная. В октябре 2022 года он оказался на улице, так как умер его хозяин. Все посты, которые были в соцсетях, не дали никакого результата. Никто его не захотел забрать домой. Его 4 месяца он находился на улице. Вот в таком плачевном состоянии он находится. Я его забрала для того, чтобы привести в порядок, простерилизовать, провакцинировать, обработать и искать ему дом. Люди добрые, посмотрите на этого песика. Он очень воспитанный, не гавкает. Очень добрый, воспитанный. Песиков где-то около 5-6 лет, как сказали люди, которые посмотрели зубы ему. Будьте добрыми. Дайте ему право на жизнь. Жужик, такой красивый мальчик. Расчесали, помыли, подстригли. Самый красивый мальчик.